Следственное управление Следственного комитета по Чувашии прекратило уголовное дело в отношении бывшего директора предприятия ОАО «ЧЕСК». По версии следствия, он уклонился от уплаты налогов на сумму более 169,5 миллионов рублей, включив налоговые декларации заведомо ложные сведения. В ходе следствия открытое акционерное общество «Чувашская энергосбытовая компания» полностью погасило всю образовавшуюся недоимку по налогам, а также все штрафы и пени на общую сумму свыше 220 миллионов рублей, после чего подозреваемые обратились к следователю с заявлениями о прекращении уголовного дела в отношении них в связи с возмещением ущерба, причиненного бюджетной системе на основании статьи 28 прим. 1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Эти заявления были следователем удовлетворены. Однако следует отметить, что уголовное дело прекращено по нереабилитирующему основанию. Также необходимо отметить, что вышеуказанная норма уголовно-процессуального закона позволяет прекращать уголовные дела по фактам уклонения от уплаты налогов и неисполнения обязанностей налогового агента, но лишь в случае уплаты в полном объеме сумм недоимки по налогам, а также соответствующих пени и штрафам. При этом окончательная сумма этих денежных средств, как правило, является значительно более крупной, чем причиненный бюджетной системе ущерб от неуплаты налогов.